были угнаны, а затем сожжены две автомашины «Жигули» шестой модели. Позднее выяснится, что угонщик хотел совместить приятное с полезным – покататься на авто и украсть магнитолу с целью дальнейшей ее перепродажи. Как только мы получили информацию об угоне и поджоге автомашины, то стали отрабатывать лица ранее судимых за логические преступления, проживающие в данном микрорайоне. Вскоре при проведении УРМ мы вышли на подозреваемого, 25-летнего подозреваемого, проживающего в данном микрорайоне. Задержанный признался, что поджоги машин совершал вынужденно, ибо денег на перчатки у него не было, а вот спички, как на грех, все время оказывались под рукой. Подошел к машине, разбил стекло, взял магнитолу, бешу. Так. Потом, чтобы это, отпечатки убрать, взял с бардачка газету, поджег ее. В тот же день был задержан еще один подозреваемый в кражах магнитол. Он попытался вскрыть «Жигули» 12-й модели, но был задержан совершавшими обход территории участковыми уполномоченными полиции. Если вы пострадали от действий данных граждан, просьба позвонить в отдел полиции Октябрьского района по телефонам 2019-17, 2009-23 или 02. Андрей Багаев, Михаил Белоусов, Вести, Саратов.